Всем привет! Пришло время помочь золотому господину, который находится в тематическом парке студии Часы. Для этого нам потребуется найти 20 птиц оригами. А давайте сначала с ним пообщаемся. Так, про Часика и Хана уже сняли фильмы. Наверное, дальше снимут про меня. Не могу дождаться, что за фильмы. Ага, это же моя знакомая дорогая гостья. Ты как раз вовремя. Добро пожаловать в место мечты и радости всего Грёзовиля. Это сад часов. А кругленькая птица оригами вычерна. Вас приветствует. А затем кружится на месте и осторожно касается тыльной стороны вашей ладони. Добро пожаловать, прекрасная леди, и место мечты и радости всего Грёзовиля. Это сад часов. Опять. Верно. Здесь снимали все фильмы Грёзовиля. А еще тут показывают кино о жителях города. Ты как раз вовремя. Сейчас мы готовимся к съемкам моего фильма. Если тебе интересно, дорогая гостья, можешь мне помочь. Отлично, я буду режиссером. Не беспокойся, у меня много птичек-помощников, и они отлично знают свое дело. Я уже написал сценарий, осталось только снять. Если увидишь возле сада других птиц, проследи, чтобы они вернулись к большому гнезду. А я в долгу не останусь, не волнуйся. И здесь начинается самый интересный забег. Я бы на самом деле бы начал бы с одного места, где птица точно есть. Это Хану. Ну, а точнее, загадка, связанная с Хану, которая, по-моему, находится здесь. Да, вот, смотрите, еще одна птица. А мне с этого надо было начинать, но... А, окей, потянуть. Осторожно, чужеземка. Братец Хан сейчас внутри, на секретной миссии. Там очень опасно. Я покараулю вместо тебя. Правда? Ну, это так мило с твоей стороны. Тогда передаю пост тебе. А может быть, это, кстати, и есть та птица. А ну-ка, где это находится? Нет, значит, там туда лететь, ребят. Одна птица находится непосредственно в этой локации. Давайте заберем ее. О, опять начинается. Птичка, я иду к тебе. Где же она у нас была? Она где-то сверху у нас, да? Так, так, так. Сейчас мы ее найдем, найдем. Где же она может быть? По-моему, мне надо будет лететь сюда, да? Да, вон она, посмотрите. Это вторая птица, да? Вот, мы и встретились один на один. Время узнать, кто сильнее. Мы не отпустим, даже перед лицом не отступим самого братца Хану. Ответить суровым. Давай, получай. Что? Это достойно, братца Хану. Мы признаем свое поражение. Но мы еще вернемся. Воинственная пташка. Так, замечательно. Салат мы получили какой-то. Подождите. А, шарик лопнул, потому что. Ладно, здесь больше ничего нет. Мы птицу забрали, возвращаемся. Вот этот телепорт. Напоминаю, что эта локация довольно большая. И мы начинаем очищать ее, зачищать или искать птиц именно с этой территории верхней. Так, что мы должны сделать? Давайте еще раз подытожим. Одна птица у нас была здесь. Это великолепно. И еще одна птица должна быть где-то здесь. Вот она. А, потянуть. А, великий злодей Грёзовиль, босс камень. Ну как, мощно, да? Чтобы победить злодея, нужно стать еще большим злодеем. Пока. Я продолжу изучать науку злодейства. Интересно. Так, давайте, вон там куча птиц на лавке, скорее всего. Это всего лишь одна птица. Мы уже такое видели. Сколько ни тяни, к сожалению, хвост настоящий только один. Так, какой размер лучше подходит для этой мелодии? 1/4? Как-то это будет затянуто. Может, стоит ускорить темп? Спасибо, у меня новая идея, нужно ее записать. Как скажешь мне-то, все равно. Так, ладно, это великолепно. Но вот здесь вот, если я не ошибаюсь, должна быть птица, которую я нифига не вижу. Возможно, она спряталась вот здесь. Хитрец, а? Ну, конечно, посмотрите. Ну, птица молча смотрит на вас, не чирикнув ни слова, а молча смотреть в ответ. Чирик. Наконец, птица вам кивает и улетает. Окей. А, поехали к этому телепорту, возвращаемся. Птица. Во, смотрите, где она. Да подожди, нет! Да я же хотел... Не-не-не, я сражаться категорически против, ребят.
Это затягивает время, я просто подбегу и нажму на птицу. Впереди лампа, позади лампа, сбоку еще одна лампа. Вот оно, знаменитое оригами освещение грезами вечерик. Каждый день я оформляю освещение для знаменитости, но как же мне хочется тоже выйти на свет. Ой, следующая постановка вот-вот начнется, пока. Пока. Так, у нас есть телепорт здесь? О, давайте сразу сюда отправляться. Так, смотрите, где мы находимся? А рядом с этим телепортом отправляемся направо. Здесь у нас есть птица. Найти бы ее, конечно. Слушайте, эти книжки разбросаны везде. Я их не собирал. О, кстати, смотрите. Где она? Я не вижу. Она только что была здесь. Так, я не могу понять. Вот она. А где? Я ее серьезно не вижу. Потянуть, хорошо. Праздник вот-вот начнется, а нам не хватает газировки. Хорошенько взболтаем и открываем бутылку. Что ты празднуешь? Я праздную каждый день, проведенный в Грёзовилле. Тебе тоже здесь нравится? Пусть каждый день у тебя будет счастливым. До свидания. Так, теперь нам надо бежать в другом направлении. Опа, я вижу тебя, не скрываешься. Самая устойчивая форма треугольника, а лучший напиток услада. Какая между ними связь? Никакая, как и вкус услада, это прекрасно и бессмысленно. Мне пора возвращаться к строительству своего гнезда. Можешь допить мою усладу. Окей, как скажешь. Так, теперь давайте в основной холл зайдем. Птица должна быть здесь. Я тебя найду, скорее всего, в этих ящиках 100%, да? Вот, смотрите, вот она. Страшно. Только что кто-то пришел и разбил экран. К счастью, меня не задело. Это потому что здесь бой был. Помните, куча экранов, и авантюрин сражался против нас. Снаружи так опасно, я хочу обратно к золотому господину. Это правильно. Так, ладно, возвращаемся к этому телепорту. Идем вниз. Птичка, ребят, я вижу ее. Потянуть. А, так интересно. Давай. Я тебя поймаю все равно. Добро пожаловать в самое популярное место Грёзовилле парка развлечений часика. Зачем вам такие паузы в речи? Золотой господин сказал, что так звучит внушительнее. До свидания, дорогая гостья. Я возвращаюсь с докладом. Полное безумие, но... это ладно. Так, здесь мы, получается, все зачистили. Давайте тогда телепортируемся в нижнюю часть. А сколько у нас уже птиц, кстати? 10 уже, смотрите. 10 осталось найти. Так, вот этот телепорт. Ух ты! Так, ТП. Давайте сверху начнем. Там птичка где-то, да? Должна быть, ребят. Птица. Смотреть? Нет, неинтересно. А, вот она. В каждом сундуке сияющие самоцветы и монеты. Если мы соберем все сундуки с сокровищами в Грёзовилле, сможем заполнить небольшое озерцо золотыми монетами. Мне так хочется искупаться в золоте. Надо попросить золотого господина сделать такое озеро. Ладно. Вот здесь ребята мешают. Я чувствую, где-то здесь была птица, я помню ее. А вон она, и что делать? Побежать просто? Потянуть! А-а-а! И что делать в этом случае? Они вообще не дадут мне пройти туда. Ладно, сейчас они успокоятся, угомонятся. А вообще, погодите, а если я ослабление кину на всех? Иди отдыхай. А, я понял. Или нет, потянуть сильнее. Во, реально работает. Так, заморозка работает классно. А что я такого сделал? Ты даже не хочешь называть меня Братец Хану? Братец Хану, Чирик. Хорошо, твои враги теперь мои враги. Возможно, однажды мне тоже понадобится твоя помощь. А пока держи этот подарок. Опа, ух ты! Все. Они, как они разморозились так быстро? Ладно, я на самом деле влечу опять сюда, на этот телепорт. Здесь рядом птица одна есть. Вот она.
Говорят, если нажать на этот спусковой крючок, то увидишь фейерверки, которые куда красивее обычных. Но у меня крылышки, нажми за меня. Хорошо. Вы нажимаете на крючок, ничего не происходит. А, скукота. Дразнить босс камня, и то веселее. До свидания. Увидимся. Нам здесь надо будет найти одну птицу, ребят, но очень-очень опасно. Здесь куча на этих бегает. Смотрите, если... Мы там не пройдем. О, больно, 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 больно. Тихо, 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 пожалуйста. Птица, птица. Да ё-моё, где птица-то? Может быть, здесь? Нет, я тоже тут нету. Что делать? Вон она, вижу. Потянуть и смотреть. А что она не хочет? Еще смотреть. Потянуть. Так, какой красивый дом. Хочу в нем жить. Но почему он какой-то плоский? Потому что это картон. А, звучит логично. Птица оригами, живущая в картонном домике. Пойду доложу об этом золотому господину. Сба, золотой господин. Я к ТП сразу перемещусь. Бегать не хочу, а то можно нарваться. Так, ладно, бежим. О, нет же. Там же дверь была, да, доступна? Она открывается? Есть, хорошо. Так, птичка, птичка, птичка. Где-то здесь была она, знаю точно я. Вот она, кстати. Потянуть. Потянуть. Когда я стану знаменитым режиссером «Грёзы Вилли», первым делом я сниму фильм про братца Хано. А тебе тоже нравится, братец? Конечно. Ну, мне тоже. Если захочешь снять со мной фильм, иди к большому гнезду. Большое гнездо. Ладно. Так. Полетели. А, нам, как вы видите, нужно попасть вот в эту секретную комнату. А, и на самом деле она секретная, потому что здесь ее отсюда не видно. Но на самом деле вот таким методом вы сможете выстроить нужный нам путь. Поехали. Так, вот она секретная комната. И здесь должна быть птица. А вот она птица. А, не туда, не туда. Правильный путь в другой стороне. На это тупик. В следующий раз будь внимательней. Нифига себе, что это значит. Я старался, а вы вот так вот. Ладно, отправляемся теперь наконец-то в эту, на эту территорию. Здесь нам нужно оставшихся птиц найти. А сколько нам не хватает, давайте посмотрим. 4 не хватает. Значит, все 4 должны быть именно здесь. На, вижу, ребят, я вижу одну птицу. А мне так нравится фильм «Чирик», нужно сплющиться, тогда я смогу попасть внутрь. Я отправляюсь в мир кинопленки. Правда, я пока не знаю, как именно это сделать. Нужно спросить совета у золотого господина. Золотой господин. Так, золотой господин, все с тобой ясно. Давайте с другой стороны посмотрим, где здесь должна быть птица. О, потянуть я вижу, ребят, смотрите. Я только не знаю, где она находится, но... А, в автомате. Тем, кто много чирикает, всегда улыбается удача. Хочешь немного везения, как у меня? Почирикаем вместе. Весело почирикать. Теперь удача и тебе улыбнется. Игровой автомат в твоем распоряжении. А мне пора назад в большому гнезду пока. А он что, активный, что ли? Можно поиграть на нет? Нет, не активные. Yes. Так, остается две птицы. Две птицы. Стоп. Стоп. Ну и где она здесь? И как я должен был увидеть ее? Посмотрите. Ну, это просто жесть. Потянуть. Золотой господин как-то сказал, птичка оригами способна оживить любую картину. Я прицепился к любой картине. Так, почему мотоцикл не едет? Ты не к тому месту прицепился. Мне надо подумать. Нужно записать. А, выхлопная труба не работает. Нужно попробовать фары. Спасибо, добрый человек. Я пойду попробую новый метод. Я не понимаю, к чему это все. Ну ладно, у нас последняя птица, ребят. Я знаю, где она находится. Да, спускаемся сюда вниз. Я же правильно понимаю? Или вверх?
Ребят, не уверен точно, либо в саду, либо не в саду. Ну дайте в сад, ладно, отправимся. Если не в саду, то выше. Последняя 20-я птица. Найти бы тебя. Возможно, она где-то в центре. О, да-да-да, вижу. Где? Вот она. Потянуть. Меня обнаружили. Я пробрался из лабиринта под водой, чтобы захватить сокровища и проверить навыки лучшего мастера этого города. Я так старался не привлекать внимания, даже в воздух не поднимался. Ну, я уступил тебе, золотой господин, ты был прав. Мне нужно больше тренироваться. Вы нашли всех птиц оригами. Пора возвращаться к золотому господину в большое гнездо. Это хорошо. Пришло время забрать свое. Заслуженное. Все мои помощники, правда, пришли. Поверить не могу, я наконец-то приступаю к съемкам. Ну вот твоя награда и подарок сверху. И пусть ни у кого не повернется язык назвать меня скрягой. Вау. 30 нефрита. Ну, да, это было замечательно. На этом все, ребят, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.